Поехали. Да, бог. Ты вроде, да? Нормальные шмотки. Привез. Капаем, капаем. Да, капай, капай, капай. Ну тогда ты ёмон. А у меня что-то очень сильно лагает. Мне тоже лагало. Мне тут ты был тоже лагал там. Дефолтный я типа капаю, я типа капаю, не капаю. Блять, мы без точки, ребята. Типа капай, 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 капай. Я буду капать, я буду капать. Я буду капать. Стойте, капайте, если что отменить, это не проблема. Довольно неприятный момент, берите и отменяйте. Отвози его нахуй отсюда, я закапал. Проблема в том, что у меня тебе не будет пути, не будет пути. Ну, подниматься-то им надо. Да. Я ушел. Бил арбаля. Встань, встань. Арбаль, 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 арбаль. Давай, массажи. Тупо арбаля, тупо арбаля, тупо арбаля. Арбаль бомба, арбаль яд, арбаль боли. Арбаль заспуржил. Не хилу? У меня проблема, у меня проблема. А вы порезан? Меня спуржили, я ухожу назад. Блин, я зарыкали. Смогла. Шлем дать. Окей, уходим, уходим, уходим. Давай лук, лук, лук. Нет? Да. Нет. Мы не можем, бист, отходи. Я очень крип, там почему-то сработало это. Таби, 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 уходи. Я в другую сторону ушла. Давай, наверное. Хорошо. Ушла или наверх? Я с вами. Бля, вы как-то очень долго его пробивали. Я стоял внизу, ждал, там никто меня не бил, кроме меня. Там какая-то хуйня в том, что зашел, что у меня ничего бы почему-то его спужил, лук фражского, и я бы... Ну, меня спужил, меня спужил арбалет. Я стоял, блядь, его внизу ждал, я мог бы помочь. Я стоял вот таким... Тебя не арбалет спужил, меня пуржил из головы кто-то и душу. Меня тоже из головы спужил. Там, походу, несколько пуржей. Там две шапки на пурж. Нет, там отталкивание. Ну, мне душу стопу... Надо будет по клайерах, думаю, просто по шапке. Массажей, поднимаемся, вытягиваем. Давай. Они очень далеко, поэтому я не смогу все равно нормально ничего сделать. Выкидывать их оттуда я не буду. Иглис, выйдешь? Да, пытаюсь. Окей, отзвоню. Хотя 7 кубов есть, хотя 7 кубов есть. Меня спорджили, отходил. Я помню, где я стою пожа. На луке стою пожа. Надо здесь чуть поднять, мы можем играть. Я могу знать немножко? Лук вам, лук вам, лук вам, лук вам. Ты себе писарик дадешь? Да. Хорошо. Окей, окей, окей. Лука чуть-чуть жить. Это всем куда? Лука везу, лук должен быть. Давай. Луку бомба, луку порез, лука бью, лук умрет. Меня. Я тебя так подала? Я ушел. Окей, арбальстан. Возвращаю. Арбаль верну, без минка, без минка. Мы не можем пока. Окей, я ему сбил порез. Всем куда, бист? Хорошо. Я папа, жули. Все сели осторожно. Да, у меня нормально. Парди, я спорджил их. Уже гоним. Бля, надо было чуть позже. Сейчас лука попробую. О! Танк. Я капаю. Окей, я верхний. Но, блядь, верхняя проблема. Я верхний. Блин. Баркаем. Че, под палату? Не, он меня просто тупо закрутил, почему у него... Я вроде ушел в бок, чтобы меня косануло. Так, перевесик, сзади арбаль идет. Я ухожу, давай все. Ты уходишь, а я ухожу? Тут только пока арбаль. Трое, танк здесь. А. Окей, я уйду. Меня дальше, окей. Да, меня будут выкручивать. Я без бот? Я ушел, окей, все окей. Клин? Просто встаньте дальше. Они не смогут вас так. Да мы не можем, мы теперь под точку. Нам надо было уходить. Ну вот сейчас встаньте дальше. А теперь-то они не будут нападать. Нет, они все равно будут здесь свапать. Встань вот там, где у меня скоро плащ. Я пока что без плаща и без маны вообще. Я вообще за камушком стою. Короче, я буду очень глубоко попускать, как хотите. Да, я буду только по мили. Совершенно верно. Так и нужно. Там, короче, на арбалете, там на луке тоже. Эти челики тоже комплект у нас. Квадраста. Я вас спужил? Нет, nice. Я спужил, блядь. Я у тебя спужил. Да, как это у меня работает? Я спужил в эску. Отлично. Они все плохо сделали. Алибарду. Я по резистам? Я съемка. Давай, алибарду я. Банк съем. Я пока ешь, ничего будет ешь. Алибарда под шапкой, по идее? Не, под шапкой. Отойдите, поднимитесь. Отойдите. Папа джудит? Отлично. Я не выкладывал. Слабнул квадра? Да. Да, я шел. Нормально. Блин, я встанем. Алибарду сейчас плохо будет. Не будет. Нормально? Там арбалет убил поездку. Арбалет знак, арбалет знак. Лук без минка.
Тисель, у тебя семка? Арбалет без ботинки, без души, арбалет без всего. Я в них плюхусь. Да. Паттерсон. Хила, можешь цепануть без ботинок? Нет. Капаем, капаем, капаем. Ну тошку жду. Короче, ты, всё, ты. Я. Вы даже не удаете. Вас что эти челики тоже взяли наш поставил. Стойте глубже или неудобно тоже здесь заходить. Им надо заходить вытягивать, они не могут свапнуть. Если вы подходите, он удобно, он свапает, выкидывает, вы начинаете тратить цели. Вот так вот, так стоите, им просто реально неудобно. Надо было, наверное, выпушить их оттуда. Я-то точно знаю, они скопируют, потому что они в принципе делают, поэтому... Они еще будут заходить, боитесь. Ну, Женя, давай рано-то пора, окей? Нет, окей, арбаль ушел. Я плохо потащил. Не стандарт, я пока ботан. Надо спужить. Спужил, спужил. Да, спужил. Хорош. Окей, арбаль стан. Арбаля кручу. Друиды тапки прожал. Блять. Блин, где-то. Нормально, обменялись, играем. Арбалет бью. Арбалет уже без души, арбалет без души. Арбалет стан. Друиды отзонил вроде бы. Я пока не могу дамажить. Эй, мессажей, разберешься сам. Нас раскинули, нас откинули. Хорошо, у нас неплохо. Я это сейчас заеду. Я буду сейчас заехать. Комотой немножко. Нормально, у меня фул хп, у них все. Арбалет прыгнул, арбалет, да. Арбалет бомба, арбалет порезали, арбалету больно будет. Он все еще без души. Давайте. Прыгнул за ним. Бьешь? Завис на мне все. Я беру нижнюю точку за это время. Сука. Есть сап? Нет. Как это было красиво. Ты сам не умри, Сука. Окей. Да нормально, у меня пот. Таби, уходи тоже. Давай, танк. Я очень далеко от вас. Он под потом. Надо хотя бы плащ выбить. Нет, ему уже. Окей. Отойдем. Мы вчетвером здесь. Вы втроем здесь? Вист. Я пошел. Я двел. Полутайте там трупиков. Там много лутрупиков, кстати. Так, без сорян, это... Что-то у меня проблема была, да. Почему мне Глис сказался в таргете? Не справлюсь. Так что кажется лучше. Сейчас топора попробуем сыграть. Просто на похуй топора. Топор стан. Поехали в топора. Пужини. Или встанет? Пожал. Я тоже свой приебал бурч. У вас арбаль. У нас арбалет. Порезал, дал яд. У него душа есть, но у меня не будет уже. Да семь как ли. Он висевал, он висевал. У них все очень плохо. Мы должны подавить сейчас. Тази бомба, полибарду. Я хожу таби меня сейчас надо будет. Я лук. Танька подрежу. Хорошо, все, играем. Ай, мягко. Нужно помощь, таби, Атиль. Шапка на меня. Нормально. Таби, сама живи. Таби, уходи. У них плохо. Танков, зайди на танков, порезал. Осторожно, МСЖ. У них плащ есть. У них вообще все очень хорошо. Я сейчас поконтролю лука. Лук там. Арбаля выкинул в бэк. Хила. Он взорвется еще. Хорошо. Таби, немножечко хила. Девочка, так. Пожалуйста. Уговорил. По бильярду, сука. Какой. У меня вроде есть. Шапка его побил. Чья бомба? Хорошо. Я ВД капать. Давай, брат, я пойду лутать. Таби, осторожно. Злые французы приближаются. Только близкие же злые французы. Могу ли я капать дальше? Они французы под плакой пока что? Они максимально в жир, короче. Будет. Идут наверх французы. Окей. А, нет, пока что тупики трогают. Ну да, у них хелебарды, типа бутербот ждет, да? Не, они вообще... надо маг это же ждет. У них лук, кстати, с пойзенами, надо обратить на это внимание. Потому что у них алебарда со свапом. Арбалет с резистом, а вот лук с пойзеном. Конечно, просто два пружат, сука. Не просто пружат, пока дает. Но меня они так, не используют. Так, дефинитивно. Ну они типа, чтобы я не закрутил. Вот это дело.
Лук ловите, лук у вас. У тебя защита режима? Лук бомба, лука режем. Скидывает осторожно. Папа лжик, он слушает. Можем играть. Глист аккуратно. Глист. Я ушел, я ушел. Семка глист. Я под аппаратом. Я бардом поджал шапкой. Сбил. Встаю. Я лук использовал, арбалетом. Спуржил, больно арбалет. Играй. Лука, смотри, лук. Окей, арбалет, хорошо. Даю. Арбалик вам, без блинка. Давай. Хилл стан. Встаю. Старшин тисель. Да ж как же, ну нахуй, что за... Алибарда бомба, алибарда бью. Взорвёт. Максим может? Нет. Я буду кап. Сука, вот по моему экрану я должен был ударить в угол. А он почему-то нахер улетел туда. Честно говоря, эти парни нас сильнее нагибают, чем импачка. Они... Чувак, ты видишь, они максимально точатся. Типа, топор со свапом просто, чтобы я никого-то не закрутил. Они моментально меня свапают. Типа, они переодели арбалета с резистами и лук с пойзенами, потому что лук все равно одевает куртку, которая всех пушит, с него неудобно играть тряпком. Типа, но они максимально заточились. Так, мы ворону берем? Нет. Они, типа, максимально заточились.